Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Я приготовила отличный чай, сэр Казума. Спасибо. Это ж самогон. Божечки, какая же я невнимательная. Ты что, просто спирт вместо заварки налила? Прошу прощения, сэр Казума. Просто завари чай заново. Спасибо, леди Аква, это я допью. Да? Опять спирт. Они совсем тронулись. Прости за то, что я сделала вчера. Так что прошу, приди в себя. Вчера? Что это еще за святой меч Экскалибур? А, вот ты о чем. Богачи не заморачиваются о таких мелочах. Мегумин, может и ты присоединишься к чаепитию? У нас тут убойная заварочка. Превосходный чай уже готов, сэр Казума. Опять самогон. Больше ничего не умеешь, да? Какая же я неопытная. Как вернется, я ее живьем освежую. Ржавым лобзиком через жопу. Даже такая, как она, будет говорить: «Прости меня, пожалуйста!» Никогда, ухмыляясь, отвечу я. Правда? А из-за чего именно она будет молить о пощаде? Чего расшумели с утра пораньше? Будьте узбагоенными, как я. Вот она и вернулась. А подробности? Мегумин, ах ты ж мелкая! Бу-га-га-га-га! Думал, это двинутая на голову мазоку малявка? Очень жаль, это лишь я. Слышь, Мэрь, ты как внутрь дома попал? А, ты о той маленькой сеточке? Это барьер, что ли, был? Не видел ничего слабее. Жалкий скилл жреца-новичка, подумал я. Ой, о чем это я? С моим уровнем силы достаточно было пройти насквозь, чтобы барьер рухнул. Ой, божечки, из твоего тела уже песок сыплется, и мистер суперсильный демон. Вот дела. Ты же у нас генералом владыки тьмы был, а через простой барьер без ущерба пройти не можешь. Мое тело и есть оживленная земля. Я могу изменять его сколько угодно. Меня заинтересовало, что за странное поле поднято вокруг вашего особняка. Ну, для жреца-новичка и начальных скиллов он достаточно неплох. Неплох для того, что может создать простой жрец-человек. Бу-га-га-га-га. Эй, ребята, давайте жить дружно. Слушай, Казума. Чего? Ты создал котацию и что-то там еще, чтобы вести бизнес с этой штукой? Тип того. С этим паразитом, который поддерживает свое существование, питаясь отрицательными чувствами людей? О, боже ж мой, смех да и только. Смеешься тут только ты. Мы демоны, всегда соблюдаем контракты. Так что тут можете мне доверять. Уверуйте и будьте счастливы. Будьте чисты душой и телом. Говорят прогнившие священники верунам. А сами наживаются на их деньгах и купаются в богатстве и роскоши. Какая же у них излюбленная фраза там? Точно, точно. Боженька всегда приглядывает за вами. О, совсем забыл. Недавно я своими глазами видел последователя Боженьки. Его арестовали за подглядывание. Он пялился на голых баб через окна бани туалетов. Я случайно! Вот чему вас Бог учит. Бу-га-га-га-га-га-га. Божественное изгнание зла! Ядрить! Катапультируюсь! Как насчет такого, юноша? Может, продашь мне права на эти изобретения? Я куплю их за 300 миллионов эрис. 300 миллионов? Но это... Можно жить вообще не работая! Если хотите, я могу выплачивать их по миллиону в месяц. Миллион в месяц? Нет никакой гарантии, что они будут хорошо продаваться. Может, сразу взять 300? Хотя с миллионом в месяц не будет соблазна просадить сразу все. Опять чаек спиртом развела. Божечки, как так вышло? С тех пор они ведут себя вот так. Понятно, откуда в воздухе сэрская атмосфера. Итак, пошли монстров убивать. Еще чего, с какой радости. Я миллионер, на кой черт мне идти работать? С этим есть маленькая проблемка. Если ты не победишь владыку тьмы, я попаду в нехорошую ситуацию. Тогда почему бы просто не накопить море денег и не нанять себе Сайтаму? Он запросто размажет сатану с одного удара. Моя травма и так скоро. Ты сказала горячие источники? Казума, с чего это вдруг ты решил передумать? Расслабься как следует и насладись предвкушением совместных купель. Я вовсе ничего такого не жду! Я еду туда только потому, что моя шея еще болит. Это по-настоящему невероятное приспособление. Уверена, они просто улетят с полок. Поэтому, Ванилька, не надо приближаться ко мне, заряжая луч смерти. Вот такие дела. Я пакую эту хрень, чтобы вернуть обратно. Купишь одну?
А это что, магический талисман? Портативный туалет, чтобы исправлять нужду в дороге. Берешь, вставляешь его в жопу, и дальше он делает все за тебя. В натуре? Да это ж круто! Проблема в том, что система, маскирующая звуки и запах, агрит всех монстров в километровом радиусе. А жопа-подмывка такая мощная, что запросто промоет весь кишечник в обратном направлении. В этом магазине хоть что-нибудь не убивает покупателя? Вот только она начала растворяться. Эй, слышь, ты там как это? Эй, не исчезай! Эй, точно! Ой, исцеление-то не работает на нежить. Помню, как в детстве мы с отцом... Едить! Что? Казума, это ты? У меня выбора не было. Ты у нас единственная в ваде стонной выносливости. Я в шоколаде. Постойте! Никто не говорил, что раунд будет один. Играем, пока не определится один проигравший. Тогда, может, сыграем один на один? Партия Best of 3. Если я проиграю хоть раз, то так и быть, поеду сзади. Ты серьезно? Конечно. Эй, ты хоть знаешь теорию вероятности? Ага. Да просто быть не может, чтобы ты выиграл три раза подряд. Я ни разу не проигрывал в камень, ножницы, бумагу. Нечестно! Нечестно! Ты смухлевал! Давай, пожалуйста, сыграем еще раз! Серьезно? Но это будет в последний раз! Ты сам на это согласился, Казума! Не знаю, как ты смухлевал, но раз такое дело, у меня тоже есть туз в рукаве! Благословение! Слышь, так нечестно! Ты на себя магию удачи использовала! Фактор удачи в навыке, а магического навыка в удаче! Да что за лажа! Я с самого детства ни разу не проигрывал в камень, ножницы, бумагу! Беспредельщик! Как так? Нечестно! Это мухлёж! Ты точно смухлевал? Ты мухлёжник с рождения? Тогда такой, как ты, не заслуживает великой меня и моей помощи! Верни! Верни меня на небеса, грязный читер! Заткнись, бесполезный ты мусор! По-твоему, побеждать в камень, ножницы, бумагу — это особая сила? Ты совсем тупая? Как это поможет мне победить монстров? Но ведь... А больше всего меня выбешивает то, что ты считаешь себя невероятно полезной! Иди другим сказочки рассказывай! В каком месте ты полезная, а? Если бы я мог тебя поменять на особую силу NPC, то сделал бы это, не раздумывая! Казума, ты ведь это несерьезно про пропажу! Прекрати! Щекам больно! Что-то прочное, как адамантит? Эй, Дарк! Казума, Казума! Стоя, очень быстрый животный бежит прямо сюда! И похоже, что взгляды прикованы ко мне! Какое приятное чувство! Да это, блядь, ты! Им приглянулись твои суперкрепкие мускулы! Послушай, Казума, я ведь девушка как-никак. Не зови меня твердо, как камень. Моя броня сделана из адамантита. Наверняка их привлекла именно она. Это правда? Не надо так на меня смотреть! Мое тело не такое каменное! Мегуми, Наква, шашки наголо! Это приманка! Особый скилл рыцарей, который отвлекает врагов на себя! Вы уж простите, но она не использует этот скилл. Это невероятная отвага! Простите, но отвагой тут и на километр не пахнет. Надо прикрыть ее! Путы! Чего? Быть не может! Она остановила мои путы, потому что тогда стадо монстров сразу же переагрилось бы на меня! Прости! Я хотел помочь, но сделал лишь хуже! Прости! Прости меня! Извините! Это все из-за нас, мне очень жаль! Простите нашего рыцаря-извращенку! Прости,